Господу! Добрый день, драгоценный Божий народ! О, какое счастье, какое блаженство и благословение приходить в Дом Божий, быть в Его присутствии. Знаете, какой бы кризис в жизни человека не был, что бы ни проходил человек, ему нужен Бог, идущий в Его славе. О, если только Бог идет в Своей славе, и если только ты соприкасаешься в Его присутствии, чудеса происходят в твоей жизни. Аминь. Кто нужен человеку сегодня? Бог. Аминь. Нам так нужен Бог. И всякий раз, когда мы Его славим, Библия говорит, что это Его адрес. Писание говорит, что Бог живет среди славословия. Часто люди задают вопрос, где Бог в этой ситуации? Где Бог в этой ситуации? Ответ очень прост. Писание говорит, что Бог живет среди славословия народа своего. Аминь. Аминь. Если ты плачешь, это не тот ключ. Если ты ропчешь, это не та дверь. Если ты славишь, о, это тот ключ, это та дверь. Аминь. Это тот путь, где ты переживешь Его славу, где ты встретишься с ответами, где ты встретишься с Иисусом. Аминь. Давай воздадим шум хвалы. Аллилуйя! Аминь! Будем славить Его! Господь, мы славим Тебя в Твоем доме! Тебе мое! Хвалы льется Богу от нас.
наши хвалы, они льются к Богу. Есть адрес у Бога. Он сам обитает, сам присутствует. Аминь. Горы и камни, потоки Божьи реки. Споем еще раз. Сегодня на собрании подобной церкви. Можно вас поприветствовать? Поднимите, пожалуйста, свою руку. Если вы первый раз, добро пожаловать в Дом Божий. Добро пожаловать в Дом Божий. И, знаете, возможно, вот такой вопрос поднимается. Почему вы так громко поете? Что здесь происходит? Но я вам хочу сказать, когда мне было 12 лет, я пришла к Богу в подобную церковь. Когда мне было 15 лет, я познакомилась с парнем, который погибал в наркотиках. И я ездила к его родителям, отец был атеистом, мама была православной верующей. И я говорила им, наш Бог, Он велик, давайте молиться за Него, давайте согласимся в молитве, будем молиться. И вы знаете, 2 года я и моя мама, мы молились за этого парня. 2 года. И Бог вывел его из этой пучины смерти. На сегодняшний день он пастор этой церкви. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы больше 25 лет с ним в браке, 25 лет семейной жизни. У нас 3 детей и 2 внуков. И знаете, и невозможно не петь так. Хочется петь наш Бог, Он всемогущий, Он царствует на небе.
спасти. Он знает, как изменить проституток, наркоманов, воров. Он мудрый Бог, он сильный Бог. Еще одна очень важная истина. Бог вовеки верен. Он вовеки верен. О, Господь, спасибо Тебе. В Библии написано: рукоплещите Ему. Спойте хвалу царю царей, любовь его вовеки. Он так благ, и он превыше всех, любовь его вовеки. Вложил Он в нас. Любовь Его вовеки. Поэтому воспой хвалу всем сердцем. Воспой хвалу. Вовеки Бог нам верен, вовеки сила. Бог с тобой вовеки, и на меня.
в пути не одинок. Ты меня не оставил одного. Почему? Потому что Бог, ты верный. Бог, ты верный. Никогда. Никогда я в пути. На наших внуков и правнуков. О, верный Господь. Thank you.
чем больше Тебя ищу, дорогой Иисус, тем больше нахожу. Чем больше нахожу, тем больше Тебя люблю. Я сесть и воду пить, и сна иду возлечь, и голос слушать твой, и твое сердце. Глубока любовь твоя, мне не вместить ее. С тобой, мой Господь, я так спокоен. Твоя слава.
преклоняемся, Господь, перед Твоим величием, перед Твоим могуществом, перед Твоей благостью и милостью, которую мы не в состоянии понять нашим умом, но мы можем ее принять только верой. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Для нас это наивысшая привилегия поклоняться Тебе, живому, истинному Богу. И Ты ищешь себе поклонников на всяком месте. Господи, помоги нам быть всегда вот этими людьми, которые поклоняются Тебе в духе истины. Где бы мы ни были, в какие бы обстоятельства мы ни проходили, помоги всегда, Боже, обращать свой взор к Тебе, доверять Тебе, знать, что Ты Бог верный, что когда мы с Тобой, Боже, когда мы пройдем через любые трудности, Ты всегда будешь рядом. Мы благодарны Тебе, Господь. Боже, мы молимся, чтобы в это время Ты менял наши сердца, Ты менял наши жизни, Господь. Ты производил свою работу внутри нас, Господь. То, что Ты хочешь сделать. Боже, оснащай нас через Своё Слово, Боже. Мы ожидаем, что Ты будешь говорить в нашу жизнь. Одно слово из Твоих уст, оно лучше тысячи самых умных слов, Господи. Твое слово, оно оживляет нас. Оно суть дух и жизнь, Боже, для нас. Мы жаждем слышать Твое слово, Господь, в нашу жизнь. Спасибо Тебе. Боже, мы также молимся, Господь, вот за каждую нужду, которая записана здесь. Вот это как акт нашей веры, Боже. Мы пишем эти нужды, чтобы принести к Твоему престолу милости и благодати. И мы знаем, что Ты Бог, который отвечает на молитвы людей. Боже, пусть каждая эта нужда, она будет обращена во свидетельство Твоей славы, Бог мой. Чтобы мы всегда могли говорить каждому человеку, что Ты Бог, который никогда не подводит тех, кто надеется на Него. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Также молимся, благословляем детей наших. Боже, пусть Твоя благость и милость сопровождает их во все дни их жизни. Но просто дай им не познавать греха, но дай им познавать Тебя с самых ранних лет, Господь. Да будут они водимы Твоим Духом. Да будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная, исполняться через их жизни, Господь. Мы молимся об этом. Дай нам мудрости, как родителям, Боже. Воспитать их, Господь, вот в страхе Господнем, в любви к Тебе, Боже. В почтении к Тебе, Господь, во имя Иисуса. Просто доверяем Тебе в этом вопросе. Вот там, где мы не можем уследить, там, где нам не хватает мудрости, Господи, просто покрой этот недостаток, Боже, во имя Иисуса. Да будут дети наши, вот как стрелы в руке сильного. Направь их туда, куда Ты хочешь, Господь. Пусть имя Твое, оно будет прославлено через их жизни, Господь. И мы благодарим Тебя за все. Мы возвеличиваем Тебя, Господь, на этом месте. И воздаем Тебе, единому, истинному Богу, всю честь, всю славу и всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И аминь. Да будет так.